Я был возле завода Asahi, штаб-квартиры в Токио. Я там жил недалеко. И у них на первом этаже есть бар. Я отведал там пивка с рыбкой. Это Фортуна. О, все здесь. Здесь уже полно народу. Я не знаю, все смотрят на этого чувака, как будто это что-то необычное. Они прям, они даже не знают, какие они знают, что это за чувак, зачем. Но они знают, что здесь можно фоткаться именно. И они все фоткают, как и я. Толпа огроменная. Интересные такие проходы. Проходы можно как круговые идти. Но я 5 минут уделю этому месту. Что здесь только реклама. Сутая. Интересно. О, деревянный пол, вот это я понимаю. Вот это тоже прикольное. Дед Мороз. Дед Мороз бежит за кораблем. Какой-то чокнутый японец. Они, скорее всего, это подстроили. Или он просто чокнутый. Это граффити. Красивое граффити. Я снял шапку уже, потому что здесь теплее. Октопусы, октопусы. А посмотри цены какие здесь. 50, 120. Это за креветки. Так, а это... Маджика. Это развлекательное что-то. Я не смотрел, но это колесо обозрения. Вот эти круги, они идут вверх и туда, и разворачиваются сюда. И так и живем. Они вот по кругу вот так идут. Я ни разу такое колесо не видел. Ну это прям центр, центральный уже не бывает. О, сакура скоро начнет цвести. Скоро пойдем. Они собирают мусор, ездят. Что много мусора кидают. Видно, что здесь вода немножко грязноватая. Именно мелкие такие частицы пластика, веточек. Я в эти магазины даже заходить не буду. Там, ну как, для детей, там ничего интересного. Air Osaka. Такояки. О, вот это. Вот это мне надо будет поесть срочно. Но не здесь. Там, я смотрю, очередь аж до дороги. Если свернуть пару кварталов, такие же такояки будут. Еще одна лодка. Такие же такояки будут, все то же самое. Только будет меньше народу. Там пару человек. Потому что они и дешевле там 2-3 раза.
И я это уже так, ходил везде, смотрел, пробовал и дорогие, и средние, и какие хочешь. Все зависит от локации. Вот если это локация, он будет в 3 раза дороже. Но качество то же самое. Вот я пробовал, допустим, в хорошей локации, самое дорогое. Потом отходил несколько кварталов, ел то же самое. Просто там как бы не очень туристическое место, вот и все. Взять аренду они больше платят. Аниме. Мурасаме кафе энд бар. Он открывается вечером. Здесь все вечером открывается. Я даже забыл, какие точки надо прийти. Но это вся улица. Так, надо ее пройти, чтобы уже было. А потом уже посела. Денис билдинг. Кафе Бинго. Немноговато народу. Там мороженое продают. И здесь очень мало народу уже. По сравнению с тем мостом. Здесь уже поспокойнее. Здесь все эти этажи, это какие-то магазины. Ну, не магазины, а кафе-бары. Вот там сидят, я вижу. Такие уютные. Там по 5-8 человек можно, 10 максимум, сесть, перекусить. 6 йен, 8 йен. У меня точно почти такое же полотенце, я вчера взял. С хлопка 100%. И у них круговые вешалки я видел. Чтобы места много не занимали. Я вот такие вешалки на крыше использовал, когда я стирку делал раз в неделю. Токийский ветер вымывал, высушивал. Он по тем улицам классно ходить. Аутентика. Authentic. Это у них традиционный стол с накрытием. У них нет центрального отопления, и они ставят, как на татами плывет. Как на татами. Чтобы тепло было внизу, ноги ставишь под стол. И он идет... У них нет центрального отопления, из-за этого у них холодно постоянно. Там плюсовая, плюс 5, плюс 2. Только вот кондиционером херячит. Я утром сегодня проснулся. Так тепло было. Там кондиционер был врублен на теплую, на полную. Он на ночь нагрел и все. Его вырубил. Так, здесь заканчивается. Ну вот здесь заканчивается эта улица. А вот это тоже. Они все фоткают. Здесь можно лобстеров есть. Хот-доги. Здесь мясо Кобе в основном. Такие запахи. $6, нормальные цены. Можно брать. Только я уже ел сегодня. Это то, что шампура с мясом. Там курица. Один, нет. 3 шашлыка было там, упаковка. Торговля повсюду. Короче, это весь квартал Дотонбори. Он рассчитан для туристов. В основном здесь еда.
Чем он славится? Суки. Hello. Продают на палочках. Я в Цукиджи брал. Цукиджи Маркет. Тоже такую брал. Короче, они берут на эти ягоды. Что-то сладкое намазывают и ешь. Бургеры местного. Кофе. Sweet potato, шеф. Ни хрена себе. Дракон. Это уже что с китайцами связано. О, tax free. Блин, я еще не сделал себе этот QR-код. А буду сделать. Не забыть. Это с аниме One Piece. Там был этот персонаж один. Сын самурая. Который превращался в дракона. Ну, очень похож на него. Да, классно. Он бомж местный. Загорает. Это с пушкой стоит. Тоже какие-то развлекухи. Косметичка. Это convenience store Акакабе. Ура. Бедная корова. А, кстати, я взял в магазине завтрак. У них есть яйцо, то же самое почти. Нам будет вечером, наверное, пивка хряпнуть. Взять такояки, сушенку и поесть. Ну, грех не хряпнуть, если здесь. Как бы символично. Только что бомж подошел, спросил, сказал, что он very hungry. Сказал. Вызывает хавку, присесть можно.